Всем привет! С вами Виджи Света из группы Армия, и я готова поделиться самой свежей информацией о всех музыкальных событиях этой недели. Все вокруг расцветает и пробуждается от затяжной зимы. Но начать свой музыкальный прогноз я бы хотела с серьезной социальной, но в тот же момент и музыкальной темы. Шестнадцатого апреля в Киеве состоится благотворительный концерт «Живи, малыш» в поддержку Саши Ткаченко с диагнозом «острая лимфообластная лейкемия». Концерт, который объединит всех, от любителей классической до современной клубной электронной музыки. В этот вечер на сцену выйдут оперная певица Алена Гребенюк, Диана, Женя Фокин, певица Окси, группа Sky и многие другие. В рамках концерта состоится благотворительный аукцион специальных лотов. Среди лотов будут представлены вещи Ирины Билык, Верки Сердючки, Окси, Неангелов, группы Никита и Даши Астафьевой. Также будут выставлены на продажу авторские куклы Екатерины Капустиной и авторские работы арт-мастерской «День творения». Все собранные средства от концерта и благотворительного аукциона пойдут на лечение девочки Саши Ткаченко в зарубежной клинике. Так что не будьте безразличны и посвятите свой досуг помощи маленькой девочке. 16 апреля, четверг. Для тех, кто хочет сменить обстановку, рекомендую отправиться в Москву. 17 апреля в одном из крупнейших концертных залов в России пройдет грандиозный концерт, приуроченный к 45-летию заслуженной артистки России, певицы Валерии. Валерия – уникальное явление на российской сцене. Она обладательница великолепного голоса и одна из немногих современных артистов, которые не оскорбляют зрителя выступлениями под фонограмму, а полностью отдаются своей профессии и радуют слушателей живыми концертами. Вот уже более 20 лет Валерия поет на большой сцене, и сегодня она входит в число наиболее популярных российских исполнителей. Удивительным образом ей из года в год удается совмещать насыщенную творческую жизнь с заботой о семье и вниманием к социальным проблемам. Сейчас, когда в обществе с каждым днем все больше стираются границы норм и морали, она собственным примером пропагандирует здоровый образ жизни, семейные ценности и патриотизм. В свой день рождения Валерия в сопровождении симфонического оркестра исполнит для зрителей как свои самые известные хиты «Самолет», «Таю капелькою», так и совсем новые песни. В частности, на концерте состоится премьера дуэта с Валерием Меладзе. Помимо этого, артистку придут поздравить и другие ее друзья и коллеги по сцене, в числе которых Николай Басков, Йосиф Кобзон, Игорь Крутой, Олег Митяев, Стас Пьеха, а также Олег Скрипка и группа «Вопли Видоплясова». Юбилейный концерт певицы обещает стать поистине ярким и незабываемым зрелищем, которое позволит всем гостям вечера на 2 часа забыть о любых проблемах и полностью отдаться удовольствию, погрузившись в мир живой музыки. Двадцать апреля в Киеве состоится крупнейший драм-н-бейс-фестиваль мира «Пиратская станция Revolution». Уже сейчас ведется подготовка шоу, технического плана сцены и декораций. Напомню, что на этом фестивале выступят крутейшие драм-н-бейс-артисты из Европы и Украины. Организаторы фестиваля рады сообщить, что в преддверии большого фестиваля состоится официальная препати 19 апреля. На препати с диджей-сетом выступит британский проект Hybrid Minds. Идеолог украинской бейс-сцены Топольский свой лайв представит проект Full Casual and Kuka, а также диджей Against Lime Kid и Hemp Shark. Вход с билетом на фестиваль «Пиратская станция Revolution» бесплатный. Действует Virus Cards 2013. Музыкальный партнер фестиваля Music Box. 19 апреля, Киев, препати фестиваля «Пиратская станция Revolution». Пиратская станция Revolution. Музыка в стиле соул уже давно не воспринимается как экзотика благодаря творчеству группы Нонка Денза. 19 апреля 2013 года этот замечательный коллектив отыграет свою живую программу в столичном концерт-холле. Романтические баллады в стилистическом диапазоне от интеллигентного попа до вполне классического джаза, лаконичные аранжировки и лиричные тексты песен Саши Алмазовой давно покорили не только город на Неве. А «Барышни северной столицы» от Нонка Денза по праву считаются гимном петербургских девушек. Нонка Денза выступает с 2004 года. Красавица Саша – это голос, музыка и лирика, удивительно запоминающиеся и оригинальные. Не зря многие обращают внимание именно на симбиоз соула и русского языка. В этих песнях есть наслаждение его поэзией, слогом и звучанием. 19 апреля, Киев, Саша Алмазова и Нонка Денза.
Таким сегодня был мой музыкальный прогноз. Желаю всем хорошего настроения и только позитивных эмоций. Любите друг друга, и тогда мир вокруг нас станет еще лучше и еще добрее. С вами была Виджи Света из группы Армия. До новых встреч, пока!